я втерся к нему в доверие, к этому Роману. Он, оказывается, как я понимаю, хочет протоптать свою отдельную дорожку от Алика. Этот Рома приезжает на той же Камри, что и мы тогда, помнишь, с тобой полгода назад встречались. Неудивительно. Я же тебе сразу сказал, я тебе еще тогда сказал, что это за машина. Это правительственная машина. Это машина, которая стоит на балансе государства. И могут брать и ведомственники из разных структур. А как Рома ее берет? Я же тебе он еще же раз бандюган. Говорю, я пробил этого Алика. Причем какой бандюган? С чего ты взял, что он бандюган? Не бандюган? Нет. Алик твой, получается, знаешь кто? Он просто депутат. Ну как, не просто депутат, он серьезный депутат. И, ну, по совместительному коммерсант, который занимается, как ты говоришь, логистикой, поставками. Это ж фуры ездят. Что тебя привело к этой базе? Чирок этот вне зоны видимости, потому он выехал. А что с тем? Вообще мертвый? Ну, не-не, он не то, что мертвый, он на ходу технически. Может, если Артему восстановить, может быть, хотя бы на Чироке будет не так приметно. Здорово. Да, в самолет. Моя Россия, там где нечего терять уже. Есть шутки даже на девятом этаже. Просто прикол в том, что нельзя сейчас оставлять базу без присмотра. Нужно брать какой-то поджопник. Тём, у тебя есть какой-нибудь поджопник на стороне? Вот просто откуда у Артема столько хлама? Вот не было, да, его вчера? Кстати, забыл, вчера хотел тебе позвонить. У него еще несколько машин есть. И одна тачка, она тебе очень понравится. Что, ты отсюда машины тянешь? Да. Потихоньку. Да, да, да. Думаете, что за тачка? В смысле? Помнишь стрелка, что-то вы кассеты отцифровывали? Стрелка. Это тачка. Одна из тех машин, которая была на той стрелке. Из 90-х. Из 90-х. Ну ладно. Где этот Миха, ё-моё? Ё-моё! Ты вон где валяешься, ёлки-палки! Миша, ты чё лежишь, блин? Там дядя Петя в одного траву косит, а ты даже не убираешь. Скорее, быстро встал, подорвался и помогайте ему. Я кить. С новостями слежу. С какими новостями? На Радмир, а чё у тебя затильчик, андроид? Где твой iPhone 11, который я тебе подарил? Палик, ты чего, за новостями не следишь? С какими новостями? Ну, скоро выходит Радмир на андроид. Радмир на андроид? Да. Вот, смотри, даже после... Радмир КРМП? Да. И вот на время я просто обменялся, чтобы поиграть в Радмир КРМП. Да ладно. А ведь и правда. Только представьте, приехали вы в деревню к бабушке или просто туда, где нет электричества, но есть повербанк и интернет с телефоном. Да это же просто сумасшествие какое-то. Прямо сейчас разработчики Радмир Геймс упорно трудятся над тем, чтобы Радмир был именно у вас в телефоне. И первые, у кого появится, это те, у кого телефон на андроиде. Не теряйте времени. Начните прокачивать вашего персонажа уже сейчас. Зарабатывайте, учитесь вести бизнес, познавать правила дорожного движения и участвуйте в уличных гонках с реальными игроками и много-много всего другого. И когда выйдет эта крутая возможность на телефоне, вы будете сполна подготовлены. Не забывайте, что я тоже играю. Ищите меня на 4-м и 10-м сервере, а также вводите промокод PEL. Павлик, я что, один должен гребсти? Давай, ничего страшного, потому что такую важную новость года пропускать точно нельзя. Следите и заходите к нам в игру Радмир Ролеплей. А я буду лежать и ждать, потому что это наступит очень скоро. Но она здесь, это 100%. Ну ладно. Да. Блядь, да что ж у него с замками такое? И что, прям в сохране? Сохранилось? А что там было? Там был кабан, гелик был, я точно помню. Девятка была серебристая. Или восьмерка. Там был гелик. Вот это я точно помню, слышишь? Ну там был гелик, да, я тоже помню. Кабан был. А, семерка! Семерка Е32. Вот их, Петя и Никита, семерка. Вольво? Подожди, стоп. Так, подожди, Тём, все заново. Это тачка из 90-х? Я что-то тоже не помню. Ну-ка, Коля, расчехляй фонарь. Походу, да, Тёма перепутал. Ну-ка, дай фонарь, Коля. Да нет, что Тёма перепутал, слышишь? Подожди, стоп. А это случайно не та машина, откуда выходил Виталик? Выходил Виталик. Это тачка этого авторитета, смотрящего, местного смотрящего. Как его зовут? Саныч. Саныч, точно, Саныч.
теперь сложно все будет. Надо будет вытаскивать его. А чуть-чуть от Виталия-то будет. Будем думать. Ситуация тяжелая у Виталика. Сложно будет что-то решить. Люди серьезные. А ты что, не видел, кого вы прессуете? Саня, да кто знал? Ну, думать надо всегда. Хоть бы пробили, что за человек, откуда взялся. Да ладно! Серьезно? Что? А знаешь, кто продает? Кто продает? Ну, или племянник, или брат этого Саныча. Кто-то из этих. Оно закрыто, Тём, да? Короче, так спроси у него, что этот Саныч. Может, мы так найдем Никиту? Я не знаю, Жень, я открыл гараж, посмотрел и закрыл. Я ничего не трогал, да вообще. Да. Это ты когда ее первый раз посмотрел? Да вот, не так давно. И сразу понял, что это машина? А, нет, а чё мне не позвонил-то сразу, Тём? Я забыл, я же тебе говорю. Забыл? Но... Открыта она. Здесь не открывается. Чё, надо ее на свет выгонять, а то не видно ничего. И чё, сколько просят за такой аппарат? 25. 25? Да. И чё, и ключи у тебя сейчас, или ты потом ему деньги? Нет, деньги завезем без проблем, то есть как бы там надо... Не, однозначно, давай пробовать заводить, знаешь, по минимуму, почему, Жень? Во-первых, эта тачка из тех лет, что вообще просто бомбезно сходится по... вообще по всему. Я тебе говорю, это она стопудово. Это во-первых, а во-вторых... Из брата 2. Помнишь, белого Volvo универсала они завезли? Да, когда он... Прикинь, это такая же бандитская тачка, как и Grand Cherokee. Давайте вытолкаем хотя бы ее. Ну, что, на автомате она, на механике? Палка, механика? Пойдет. Это длиннобазник, слышь, как лимузин. Или я просто раньше не замечал. Конечно, воду подгребали. Я думаю, просто эксплуатировали каждый день по 350 раз. Это что за кнопочка, Тём? Не знаю. Так подожди, у нее аккум-то хоть есть, что мы ее выгнали? Я не знаю, ты говоришь, давай. Ты ёперный ты. Я больше уверен, что она не заведет. Да, не, ну мы как минимум на свету сейчас посмотрели. Может быть, мы ее... Можем так, а что с номерами? Она на номерах? Ты хоть уточни. Позвони прямо сейчас, спроси у него, на номерах или как? На учете, не на учете? Потому что не на учете она машина реально, ну, тогда нахрен. Не, мы ее, возможно, все равно заберем, пускай она стоит в нашем автопарке. Я потом, может, какой-нибудь отдельный ролик еще запишу, хотя даже... Ее к Артему надо тащить, чтобы он ее там осмотрел, восстановил, что-то надо завел. А, братуха, может, мне может, надо... там не масло, там ничего нету. Тогда я сегодня пойду на Патриоте, потому что мне нужно следить. Этот Рома... Это все ненадежно, ты ничего не знаешь, мы поедем, не доедем, надо будет ехать, мы встанем. Что-то не, ну посмотреть надо будет все равно, конечно, да. Вон, Коля дозвонился этому Роме. Он в этом, в Сочи. Он что там, в самолет подымался, да? Самолет подымался, ответил. Ну, он пока нам... Слушай, хорошо, что он где-то неделю хорошо, будет там. Минимум. Конечно, хорошо. Но я все равно ему какой-то отчет должен предоставить. Ну, от Volvo, где этот номера? Она может и кривая, слышишь? Слышишь, что говорю? В салоне номера лежат. Коля, где планшет? Аккумулятор. В Патриоте? Ну а что ты стоишь? Иди следи за локатором. Вдруг телефон объявится, связь объявится. Ого, прикольная система, слышишь? Чего? Посмотри на эти защелки, первый раз в жизни такой вижу. Да, это стопорать. Смотри. Ну? Что-то я не понял, с полпинка что ли завелась? А что, это турбина у него стоит? Да, она турбирована. На турбине? Бензин. А сколько получается это лошадей? Бензин и турбина. Погнали тогда до Тёмыча. Посмотрим ее по-быстрому. Давай, если она доедет до него. Номера у него есть, он говорит? Она на учете? Вот, все, 25 рублей завозим и едем. Проблем никаких нету, погнали. Закрывай, гараж, дай. Сильно там подпрыгиваешь? А? Ой, блин, сильно подпрыгиваешь? Да нормально. Ты там в экран смотри, чтобы нам не прослепать. Потому что я чувствую, сегодня мы поедем опять снова на эту базу.
Че, бандиты, может, номера повесим? Внимание привлекать не будем. Ну, что за номера? А, не дети, не старые, да? Новые уже. Ну, видимо, так уже что-то делают. Ну, понятно, да. А там она по-любому на этих, на КЛМ-ках. Потому что, когда я монтировал с Колей, там были только, по-моему, на гелике. А, на кабане, по-моему, стояли только нормальные номера. И то без флага, потому что в 90-х годах были без флага, только когда пошли. Все остальные были на этих, на старых советских. Надо еще по докам сравнить, может, вообще не от нее номера. Я вообще думаю, это не факт, что вообще та машина, на самом деле. А я больше чем уверен, что эта машина именно та. Потому что там либо племянник, либо сын, я точно не знаю, я уточню у него. А, все уже, повесили? А это да, что, болтается? Чуть не потеряли. Турбина журчит вообще четко. Сидеть тоже, знаешь, по-моему. Не, один мотоциклист только проехал. Ну да, как ты говорил, мы раньше проще делали, просто разведку боем. Ну видишь, коптер разрядился. Коль, слушай, что там, телефон Паши не объявился по этому, по GPS? Нет. Ясно. Ну, не забудь. Пускай не вафли только. Да, не забудь, главное, если что-то, чтобы сразу... Коль, не вафли по-братски, держи сразу, всегда его на контроле. Ну все, давай, красавец. Рассчитан, красавчик. Да. Не, мы можем, сейчас если сильно прям стемнеет, можем тачку здесь оставить и пробраться. Потому что собак там, ну, я не увидел. Собаки, я думаю, есть, но отвязанных я не увидел. Там прикиньте, сейчас трава выше головы, лучше, знаешь, особо не подготовлены. И дождь еще пошел, сейчас все мокрые будем. Да, неэффективно может получиться. Ты куда? Пошел. Завелся кто-то, завелся. Там выезжает какой-то. Завелся, ну. Садись тогда. Да, услышал, что завелся. Ну мы тоже так встали, он если поедет, угу, на нас. Угу. Давай-ка назад сдавай. Давай. Сейчас, может, он просто там, блин, разворачивается, разгружается сейчас. Если будет уезжать, то я... Нет, он выезжает, отъезжай. Я думаю, что он выезжает. Тормози. Угу. Стоп. Опа. Это что за... Выезжает. И они к нему навстречу. Вижу. Вообще, самое я переживаю, когда что-то непонятное происходит. Вот это точно. Ворота открылись. Угу. Они заехали, да, вроде эти мотоциклисты? Ну да, на территории. Слышь, что-то в один момент это выезжает, и те заезжали. Угу. А сколько времени? Надо посмотреть. Что-то у них за... Ты думаешь, у них всегда так? Ровно 10:00, слышишь? Покажи. Так, он едет. Угу. Что, еще отъехать? Пока не надо. Окно мне это самое подними, я тут щелочку оставлю. Тут и решение надо принимать. Или мы остаемся, будем смотреть, или за ним поедем. Пусти. Угу. Едет медленно, возможно, груженый.
Да, скорее всего, окруженный. Потому что туда он по-быстрому залетел. Ни номеров, ничего не видно отсюда. Ни хрена, у него лин на базе. Лин на прицеп. Че, даже не подняли? Там ворота закрылись. Закрылись. Давай. А, давай пересядем. Ты на мое место, да. Пары пока не включаем. И по ночи выезжает, слышишь? Нету там мотоциклистов? Не-не-не, я говорю, заехали и закрылись ворота. Че, фары можно включить? Да нужно, я бы сказал. Пустили его немного. Блин, мне так он Гранч Рокки напоминает, реально. Выезжает. Слышно, да, как турбина работает? А у него датчик, он даже турбина. Ёб твою мать. Да, было. Вроде не сильно это примечательно, да? Мы? Ну да. На дистанции. Отлично. Непонятно. Не, особо. Машина такая, я думаю, что. Если он сейчас поедет на трассу, на город. Ты прикинь, если он на границу поедет. А? Я думаю, он едет на трассу. Ладно, я не буду рисковать, за ним поедем. На расстоянии держись. Тихо. Устал. А. Да, это будет глупо, Жень. Лучше к нему жопу подпереться. Твою мать. Что здесь? Ёб твою, блядь. Вот поэтому и говорят, что самый неответственный момент. И третий. Устал на переезде. Ладно, мы встали сзади, как ни в чем не это самое. Не бывало. Да. Ничего страшного. Можно было бы, да, сейчас рентгеном просканировать. Можно сейчас подбежать просто и откинуть тент посмотреть. Попробуй, слышишь? Попробуй сейчас вот сюда подойди, пока поезд едет, и подойди прям с торца. Если вдруг этот что-нибудь открыто, то загляни. Коробки, не коробки, пустые. Попробуй. Не, все, стой, не едем. Да как мне выйти, Женя? Он видит меня, я лучше к жопе подъеду. Упрись прямо в машину мордой, своей стороной, чуть левее. Я выйду и попробую посмотреть. Упрись, сейчас прям в жопу. И чуть левее, левее. Возьми, чтобы меня в зеркало не видел. Ага, давай. Как раз пока сейчас поезд идет, отвлекательный манер. Ты не заболел он тебя? Да не, там хороший угол стоит. Он же не видит, вот у него задняя часть фуры. Может, мне попробовать или бессмысленно? Да не, он полностью, он от начала до конца. А, бессмысленно, сильно затянут. Это резать только если. Но резать это мы внимание привлечем. А если она пустая, просто мы спалимся. Вообще даже говорю, рука не пролазит. Надо растягивать, чтобы его открыть, или что же.
Точно у них здесь камеры никакой нету? А то, может, у дальнобоев, как вот эта вот китайская шляпа, когда задом сдаешь, под номером видно. Вот здесь еще на экранчике. Ну да, поехали. На город поехал. Ну это хорошо, что не на границу. Так вот, я бы что-то узнал. Граница направо, да. Он поехал на город. А смысл ему на границу сейчас ехать? А, может, он на литовскую границу, а не на польскую? Нет, дальнобой-то ходит по границе. Да, я сейчас вспомнил, но... Конечно. Будет прикольно, если он на литовскую поедет. Нам тогда придется на этой Колымаге до Советской ехать. Или до Немана. Это 300 километров. Ты смотри-ка, он съехал на другую трассу. Главная дорога, она идет вот она, по левой стороне. Он поехал прямо. Эта дорога идет на Гжихотке, на вторую границу. Тут же нету, получается. Там грузовой терминал, точно. Ну смотри, давай подумаем так. Если он на границу, мы сделаем вообще ничего не сможем. Мы только поймем, что он уехал. У нас с собой, у тебя есть что-нибудь с собой? Ничего нет с собой. У меня ничего нет с собой. То есть, если он на Калининград поедет... Блин, жалко еще, знаешь, что он по этой дороге поехал? Она практически по ней никто не ездит, никто не ходит. Я же тебе и говорю, что если они что-то нелегал какой-то везут, они в объезд постов, чтобы их лишний раз не дергали. А с другой стороны, я понимаю, что у них такой уровень, им похер вообще на всех. Бред, как кто по этой дороге ездит. Надеюсь, не поймет. Опачки. Стопочки, да? Погнал ее, что ли? Машина появилась. Это Илеона погнал? Нет. Машина появилась из-за угла, интересно. Здесь съезд был, слышишь? Да, съезд был справа, видел. Но это может быть левая машина, на самом деле. То есть ничего там такого нет. Слушай, давай тогда ты эту машину не обгоняй. Чуть-чуть побыстрее пристройся за ним, чтобы мы уже не первые. Ну да. Давай, ну что-то тормози. Слышь, пожалуйста. Женя, стой! Это она, да. Это четырка. Я вижу. Это четырка, на которой этот Алан. Его Алан зовут. Ну я думаю, Паш, я не русский, который тебя прижимал. Я думаю, это не совпадение. Слышишь? Не совпадение, 100%. Номера хреново видно. Мне кажется, она сейчас планы поменяет. Опа, тихо там. Назад прыгай. Чел, слышишь? Ты смотри, что он творит. Они поняли, походу, слышал. Ты смотри, что творит. Походу, срисовали нас. Ты смотри, что творит. Срисовали, походу, да. Ты смотри, что творит. Фура уходит, слышишь? Тащи. Друзья, напишите в комментарии, какую суть вы поняли из этого ролика. Лучшие комментарии с понятным объяснением я буду обязательно лайкать. Спасибо огромное за то, что следите, что происходит в моей жизни. Собираем лайки и ждем новый ролик. Спасибо.